Так, дорогие друзья, начинаем. Команда ДВЛ, это первая атака, могла закончиться результативным ударом. Мяч прошел мимо штанги. Дмитрий Карапецкий, передача. Неточный пас Вердики. Мяч у команды ДВЛ. Команда «Девелопс» начинает достаточно активно. Команда «Владейка» с первого паса на мне. Шундяк? Шундяк Дмитрий сегодня на воротах у «Владейки». Да, плохо ловит, нужно. А я уже почувствовал. Забирай! Домой! И опасная атака. Шафл. Разломанки уже получилось. И разыгрывает штрафная команда «Девелопс». Единственное, что повторяет Дмитрий до конца, получилось у него это. Гвардейка! 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 Отжали отключенный микрофон, и он стал фанатом Гвардейки. Парни на Юзефа. Тренер, он хорошие арбитры не должны участвовать в игре, но видишь, они не должны мешать. Опасен Африкамин. Контратака от Гвардейки. Потеря мяча. И тут уже контратака от Гвардейки. На неудар, Шундяк Дмитрий сейф. Тот подает его выпад. Дмитрий Карапецкий выводит мяч из аута. И дальше на правый фланг. На удар шутит. Этот удар. Из бюджета команды. Помогите, Саня! Удар блокирует команду «Гвардейка».
И это... А, вот, это надо говорить. Опасный прострел, может рикошет. Саня, Саня, отойди, не видно же тебя ничего. Это завтра я буду... Нужно быть аккуратным, Гордейка. Они неоднократно пропускали от рикошета свои ворота. Руки привыкают, понял, уже чувствуешь себя вот закрытыми глазами снимаешь особо. Понял? Ты как машину водишь. Сначала боишься, потом пробуешь, а потом получается уже закрытыми глазами. Смотрите, дальняя заметка записывается. МС Эминем у нас сегодня. Эминем? Белый среднек. Не опасный проход, я тесный корпус. Дмитрий Серов поднял. Белоусов мячом. Перевод на правый план. Отличный защит отправляется со своей задачей. Готов стелиться. Вода Владимир, опасно. И Дмитрий Завыдинский удар хороший, но мимо ворот. Контролировать мяч, команда давалась. Переход. И года Владимирова прямого вратаря. Дальний удар блокирует команда Гордейка. Отбивается, нет. Постоянных атак давала по сыну, да. Проходит у них контратаки, опасно. Заведи команду, Дима! Гордейка! Я могу завести команду. Смотри, зависит. Не тащит, Шунгак. Команда Велопекс опасно атакует. Нет, нет, я уже. И передача не прошла. Не по друг другу. Это второй в первом тайме команды «Беларусь». Домой! Домой! Все!
И опасный момент у команды ДВС. Фамилию пришли, пожалуйста. Ты Волок, сильный Волок. Ты Волок. Еще остановился 1-0, команда «Волок» выходит вперед. Сейчас, давай. Дмитрий Карабельский настроил своих ребят. Тайм-аут. Сейчас внимательно. Матч внимательно. Уфонище стал полевым игроком. Саша вообще думал насчет перехода к нам в Олимпийский? Я понял. Я понял. Я понял, смотри, но нужно, чтобы он пообщался с Олей. Желательно сегодня. Желательно сегодня, потому что, ну, он пообщается, а выйдет уже потом, когда там, ну,
получится. Он объяснит ей ситуацию, да, там, что он пока там не может, все, потому что та девочка, которая должна завтра выходить, вот он вместо нее, понял? Ей нужно завтра как бы сказать, что там, что она работает. И а он работает на то, что ему нужно прийти сегодня в Олимпийский клуб и сказать, что я Саша, а ты не, вот, все хорошо. Понял? Это да. И второй, да. Второе, был вчера в Дримтауне, где-то с 11 до часу ночи. Занесли стеллажи с рабочими. Стеллажи новые, магазин большой, хороший. Вот, все будет хорошо. В понедельник мы приезжаем туда их слаживать. Вот, там будут все учредители, все люди. Я точно тебе скажу, может и на 10, я даже не знаю. Точно, хорошо? Да, да. И смотри, там есть один нюанс, который меня расстроил. Это подсобка. Подсобка в новостройке. То есть там только один стол, один стул. Там вообще она просто, блядь, очень маленькая, метр на два. Ну, ничего, справимся. Да, ничего страшного. Ну, лучше перебрать там же там. Ну да. Говори. О, внимательно, да, да, я тебе точно скажу. Ножки выбирай больше. Ну вот там не ну, хорошо, да. Я узнаю, мне любовь еще подписывает. Он отправился. Да. Все, Саша, да, в Олимпийский. Да. Пацаны, спина! Опасный выход, ебать! Прострелы его попробили, где все дракнуло! Спустя спина, брат! Еще! Давай, это провал! Переходит к команде Гвардейка. Будь с организатором, не помогает правильно водить мяч, а не только забивать голы. Отказ. Счет на данный момент 5-0.
Я понял. Все, тогда ориентируемся на январь, но там уже без гарантий. Понял?